Приманок сегодня взял немного. Одну коробку с воблерками, можно сказать. Тут у меня топ-вотеры, небольшие воблерки, стики. Ну, из таких, что буду кидать, наверное, это Z-Baits Rich Slim, Пока-Пока, наверное, Риджа покидаю. Так, и с другой стороны у меня дуо Spearhead Ryuki, это Kingdom, Рафаэль от Z-Baits, Rich, 44-й Юзурик Эльмино и 35-й Цуёки, копия на 35-го Риджа. В общем, я думаю, этого вполне мне на сегодня будет достаточно. Ну вот, сработал Rival 35-й от Цуёки. Попробуем Риджа погонять. Этот воблерок хороший, но сейчас чуть-чуть ветерок поднялся. Он летит очень плохо. Удочка его бросает довольно-таки слабо. Тем более стоит 0,5 шнур. Если бы шнур был потоньше, 0,3 хотя бы, то вообще, я думаю, проблем бы не было. Ну, попробую укрепниться. 56-й ридж. Тонущий. Ну вот, другое дело. Он летит гораздо лучше. Посмотрим, насколько он будет работать. Все-таки при ловле жереха надо отталкиваться от его основной кормовой базы. Здесь жерешок мелкий гоняет, кормится мелким мальком. Соответственно, и смысла нет крупные приманки ставить. Я, по крайней мере, крупного жереха здесь не видел, поэтому так, чисто отвести душу по мелким бойким жерешкам решил. Соответственно, легкая снасть и компактные приманки.
есть небольшой жерешочек. Вот очередной жерешок попался на тот же воблер от Суёки. Поставил Юзури Эльминов 44-й. Кстати, на этот воблерок я ни одного жерешка так и не поймал. Так, а он как-то идет прям по поверхности. Есть. Взял жерешок на Эльминов. Вообще небольшой жерешок. О, это чехонь. Это не жерех. Это хорошая чехонь, друзья. Взяла на Эльминов. Прикольно. Ну, вот такой вот арбузный Эльминов с красной щечкой и зеленой спинкой пришелся по вкусу кубанской чихони. Есть. Есть, друзья, окунь. Прикольно. Вот и окунечек. Эльминов не только по вкусу чихони, но и окунь не прочь кинуться на такой воблерок. Попробую на тейлспиннер. Ух ты, гоняет. А и на тейлспиннера тоже будет. Надо поупираться немного. Соник показался. Есть. Что-то мелкое-мелкое село. Антитрофей сегодняшней рыбалки. Такой вот мега-жерех. Взял на тейлспиннер 5-граммовый от Мажоркрафт. Есть. А, сход. Сход, блин. Ну, фух, адреналинчику подкинул. Была поклевочка она. Сперх этой улки 50-й. Фух. Погонял с утра жерешков. Влетела чихонь, окунек. Можно сказать, воблеры почти все работали, либо рыба реагировала на них, но реализованные именно поклевки были только на Цуёки, Ривал и Юзурик 44-й. Вот. Остальные воблерки кидал,
А, на трейл-спиннер, кстати, сел микрожерешок. Остальные воблерки я кидал, были выходы, были поклевки даже, но реализации не было. Вот, 8 часов утра, уже жара просто неимоверная, поэтому я вынужден закругляться, потому что припекает. А так, часов с 6 утра до 7 рыба была максимально активна. В общем, всем отличных рыбалок, ни хвоста, ни чешуи. Пока!